Там есть одна потрясающая жалоба. Пишет сестра пленного солдата, который находится в украинском плену. Российского солдата, который попал в плен. Она пишет в прокуратуру, и это не похоже на жалобу, а похоже на крик о помощи, что родители солдата получили гробовые деньги за то, что он погиб, по фальшивой, по сути, процедуре получения результатов ДНК-экспертизы, потому что ее вообще особо никто не проверял. Ну, просто не проводил. Это была пустая формальность, ее должны были проводить, но даже результаты не дали. А им привезли чье-то тело, они его похоронили, получили деньги. А потом солдат нашелся. Он оказался жив, и он в плену. А они не пытаются сделать ничего с этим, ни в Министерство обороны не обращаются, чтобы уточнить его судьбу, не вытащить его из плена, потому что объясняют, что деньги уже получены, и назад их возвращать они не собираются.